Так, сегодня мы готовим карбонат или свинью в апельсинах. Маринад у нас был в соевом соусе и с апельсинами. В общем, в интернете полно как бы этих рецептов именно этого маринада с апельсинами и соевым соусом. Так что кому интересно, можете почитать или посмотреть в других обзорах. Мы вам покажем непосредственно приготовление на гриле этого карбоната. Ну, поехали. Так, угли у нас готовы. Сейчас мы их из стартера высыпем. Готовить мы будем на непрямом жаре. Еще у меня сегодня как бы экспериментальная такая готовка. Для меня, во всяком случае, это новинка. Мы купили фирменные брикеты. До этого все время пользовались обычным древесным углем. Но так как нам предстоит готовка довольно длительная, вот, поэтому было решено взять брикеты. Сейчас мы накрываем крышкой наш гриль, даем ему время прогреться. Открываем заслонки. Все, минут 10 у нас прогревается. Готовить мы будем на непрямом жаре, поэтому угли у нас получаются смещенные в одну сторону. Так, гриль у нас разогрелся. Берем наше мясо. Оно после маринада такое интересного цвета получилось. И вот укладываем салом кверху. Это обязательно. И все, процесс пошел. Здесь немножко прикроем, чтобы у нас жар проходил вот таким макаром. Все, у нас наш карбонат, я так понимаю, готов. Сейчас мне торжественный момент. Барабанная дробь. Ой, какая красота. По-моему, уже готово. Давай, 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 протыкай. Сильней тыкай. Вилку забыли взять мощную. Закрываю крышку? Или не надо? Да, ну, в принципе, не надо. Пускай так догорать. На всех поставлю. Вот такая красота у нас получилась. Здесь немножко подрумянилось. Вот здесь вот более презентабельно выглядит. Так, мы использовали ореховые опилочки, еще бросали на угли для того, чтобы мяско у нас чуть-чуть подкоптилось. Сейчас будем пробовать. Так, сейчас мы посмотрим, каков у нас на срезе. Режьте. Ну, прекрасно, готовая свининка. На срезе довольно все это сочно выглядит, прям сок не вышел. Отлично. Ну и как на вкус? Очень аппетитная свининка. Ну, сочная вообще, не? Сочная, да. То мы все шашлыки, да шашлыки, вот тут решили цельный кусочек мяса приготовить. Оказывается, очень даже и ништяк. Правда, классно. Не обманывай, попробуй. Серега, иди пробовать. Сейчас, хороший. Костерчик слабенький. Чужие впечатления, это чужие. Не обман. Да, классно.
Все, ништяк. Угу. Блин. Соли маловато чуть-чуть, да, можно? Но нормально. Чего, вот это? Угу. Лен, попробуй. Ты что? Уже не могу. Ты что, вообще что ли? Еле дышу. Нахера ты картошку жарил? Лучше потом мясо поешь.